Ribéry aan de zijde van de ploeg uit München. Bij Bayern München niet geplaatst, niet opgeroepen. Bernat, Martinez en Stanisic. 25 juli weer terug bij Bayern München. Nkunku op doel Buffon. Maar achterin en voorin. Voor Bayern München de eerste oefenwedstrijd van het jaar. Prima. En Buffon. Toch bijzonder om hem te zien in het shirt van Paris Saint-Germain. 7. Mooi gecombineerd. Nkunku. En zo waar de kans voor Paris Saint-Germain. Van Real Madrid, Arsenal. En Chelsea. Dit is ook een aardige actie. Rabiot onder andere voor het doel. Daar gaat die bal ook naartoe. Rabiot. Kopt de bal in de handen van... Prima corner, draait lekker af. Ribéry meegegeven aan die kleine Spaanse vleugelverdediger. Kan hij zijn grote belofte inlossen? Dit is wel een goede corner. Дали немножечко покуражиться Парижу, ну а дальше будет, наверное, уже класс и опыт. Франк Рибери, которому уже 35. И состав посерьезнее выглядит. Рафинья простреливает штрафную, удар по воротам и спасает свою команду Джан Луиджи. Меняется его подавать. На этот раз закручивает мяч в сторону ворот практически. Опять же новая страна и новый язык. А вот еще один момент, когда наносится удар по воротам. Человеком из... Как известно, теперь уже. Очередная атака парижан. Соки здорово сыграл. Здесь Ионов никак не склеивался. Вот он ушел из команды, в которую пришел Криштиану. Такой футбольный Леброн. Копился слегка. Не знаю, думает он об этом сейчас или нет. Длинная передача на арену Робина не успевает голландец. И теперь уже нужно пояснять, кто такие... Убирает скорость, подключает Рибери. Но Рибери уже был за пределами поля, оказывается. Классический нападающий, поборолся за мяч и сбросил партнеру под удар. Но сначала показалось, что все-таки мяч ближе. Сива. Здорово работал с мячом. Вот прострел. А сейчас что? Первый угловой в сегодняшнем матче парижане исполнили неплохо. И тогда Рабьё бил поворотом. И снова Рабьё добирает. Справа Антуан Бернет получает передачу. Хороший пас в касание. Но здесь уже звучит свисток. Томас Тухель сейчас хотел бы, чтобы его команда приобрела двоих футболистов. Буатенга. Все-таки казалось, что комплектование команды нацелено прежде всего на то, чтобы это была команда Dream Team, что ли. А вот момент, и Виа забивает первый гол сегодняшний. Казалось бы, здесь такая силовая борьба, которую Виа не проигрывает. Тухель говорил перед матчем о том, что его команда является явным аутсайдером. Турниров увидеть. Кстати, в России ведь подобная ситуация тоже достаточно актуальна. У московской... Бернате и Рафини будут особые условия, как это было в прошлом сезоне, но я себе очень тяжело представляю, чтобы Томас Тухель хоть кому-то человек, который удачно, очень успешно выступал за молодежную сборную Германии, за Олимпийскую.